Всем привет. Всем привет, Аня. Ой, очень интересная самочка есть. Вот она, желтоголовка, крупная, полушехов. Кладочка у нее 6 яиц. Не успел я снять, первый был. Вылупился, ну, трупик, к сожалению. Второй. Я надолго не откладывал яйца, у нее после поровки почти месяц прошел до снесенного первого яйца. Вот ее самец. Сейчас, если она... Вообще хочу вам снять это видео. Вот, вот самочка моя красавица, крупненькая. Только она после кладки потрепана немножко. Но она прохожуна. О, смотрите. Давайте с вами за ней понаблюдаем. Это ее первая кладка. Посмотрим, что будет с птенцами. Дохловатый он какой-то, головку кинул. Ну, посмотрим. Первую кладку, что у нее получится. Самое интересное, у меня колер получится у птушек. Давайте как-нибудь по дням его буду записывать. Так, друзья, еще вылупились у нее двое, еще двое трупиков. В итоге из шести только два птенца для первой кладки, считаю, неплохо. Тем самым начинаем. Зубики полные, кормят хорошо. Поснимаю вам эту парочку. День добрый. Сегодня самому старшему птенцу 7 дней. Не видно. Лучки расплющу. Нет еще. Вот он справа, наверное, покрупнее. Ну, давайте недельку подождем и уже колер будем ведать. Что ж в наших тут получится. Всем привет. В новом дне. Не было времени снять. Смотрите, этим птушкам уже 28-30 дней. Так. Спокойно. Вот что. Желтоголовки получается. Два. Ну все, все, все. Позже сниму, он как вылетит и закончу видео. Ну и заканчиваю видео, ребят. Нету времени снимать. Вот они, два красавца. Сейчас. Дальний тот самец, а вот они два уже голубоголовки отрымались. Но мне очень подобаются, очень добротная птушка. Все, заканчиваю видео. Времени снимать нету. Всем спасибо, кто помог, которых немного. И огромный привет всем тем, кто писал гадости в комментариях. Хороших людей завсёды больше. Я верю в это. Добро, ребят. Всем спасибо. Всем пока.